Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телекомпании ТВН, в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях, и сейчас коротко о главном. Летучий маркшейдер ММК запустил систему инвентаризации складов ГОП с применением беспилотных летательных аппаратов. Из коммуналки в собственную квартиру. Как в городе реализуется программа расселения жильцов из ветхоаварийного жилья? Съемочная площадка на промышленной на территории предприятия «Прокат-монтаж» начались съемки нового интернет-сериала. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Совместили проверку с предостережением. 15 декабря в ходе очередного профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники госавтоинспекции проверили наличие документов у водителей маршрутных транспортных средств, а заодно напомнили участникам поездки о схемах мошенничества, которыми пользуются злоумышленники для отъема денег. В текущем году на территории города Магнитогорска зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей пассажирских транспортных средств. При этом 111 произошли по вине водителей данной категории транспортных средств. Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в которых имеются пострадавшие. В 2022 году с участием водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, зарегистрировано 20 ДТП с пострадавшими. В 9 из них признана вина водителей данной категории транспортных средств. В ДТП ранены 23 человека, из них 2 несовершеннолетних пассажира. Сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 10,5 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями, осуществляющими перевозку пассажиров на коммерческой основе. Основными являются нарушения правил перевозки пассажиров. Это более 2300 правонарушений допущено. Также несоблюдение требований сигнала светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходов и управление транспортными средствами с технической неисправностью. Содействие сотрудникам ГИБДД в профмероприятиях оказывают представители добровольной народной дружины, осуществляют общественный контроль, выступают в качестве понятых при составлении административных материалов, участвуют в рейдовых мероприятиях. Нетрезвый водитель, ребенок – главный пассажир, операция «Автобус». Автотранспортное управление ТНД у нас уже не первый год, уже года три уже, и даже больше участвуем, хотим помогать. Пользуясь случаем, сотрудники госавтоинспекции и представители народной дружины раздали пассажирам памятки в рамках мероприятия по противодействию мошенникам. Возьмите, пожалуйста, листовочку, дома изучите. Значит, участились звонки с разных номеров. Под разными предлогами людям предлагают перевести денежные средства, в том числе представляют сотрудниками банка, силовых ведомств, родственниками. Напоследок один поучительный случай. Пенсионерка, попавшись на уловки мошенников, перевела на их счет более 2,5 миллионов рублей. Взяла несколько кредитов. Так что будьте бдительны и хорошей, безопасной дороги. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. ММК запустил систему инвентаризации складов коксохимического и горнообогатительного производств с применением беспилотных летательных аппаратов. Дроны могут в считанные часы просканировать запасы комбината и позволяют легко собирать данные с малодоступных объектов. Генеральным подрядчиком выступил ММК «Информсервис». Реализация проекта принадлежит компании «Сарекс», резиденту Сколково. Подробности далее. На улице холодно, около 20 градусов, но дрон, послушно зажужжав, поднимается в небо и отправляется на аэросъемку. Оператор квадрокоптера Арсен Усманов говорит, самое главное, чтобы не было сильного ветра. Я летал при минус 23, самая моя минимальная температура, главное, чтобы была теплая батарея. Мы с вами на угольном складе коксохимического производства. Запасы сырья здесь хранят открытым способом в огромных кучах. Раньше, чтобы получить более-менее точную картину, сколько угля осталось, где именно, нужно было отправлять маркшейдера. С определенной периодичностью тот совершал довольно длительный обход, делал измерения, затем расшифровывал данные и составлял отчеты. И только потом все заинтересованные лица получали нужную информацию и могли принимать коммерческие или технологические решения. Сейчас все изменилось. Производится фото-видеосъемка при помощи геодезического квадрокоптера, и, значит, данные передаются в компанию, которая их обрабатывает на своем программном обеспечении.
Буквально в течение нескольких часов после съемки достоверные данные уже в системе и доступны сотрудникам предприятия. Так, коммерческая дирекция, зная точное количество остатков, планирует закуп железорудного сырья и углей. Использует информацию и технологический персонал коксового цеха. В кратчайшие сроки принять то или иное управленческое решение, да, то есть сократить временной ресурс для принятия этого решения и внести какие-то коррективы в забор угольного сырья в производство, либо в закладку угольного сырья в штабеля, что позволяет более эффективно вести технологический процесс. Новая система инвентаризации вошла в шорт-лист корпоративного конкурса «Цифровой Олимп» и претендует на звание «Цифровой проект года». Финал конкурса состоится 27 декабря. Победителя выберет экспертный совет во главе с гендиректором ММК Павлом Шиляевым. Галина Смирнова, Георгий Бадаев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. В последние годы неуклонно растет престиж рабочих профессий. А с ним возрастает и интерес молодежи к среднеспециальному образованию. До того, как завершить обучение в политехническом колледже и сдать выпускные экзамены, студенты проходят практику на промплощадке. А перед этим в рамках профориентационной работы с будущими выпускниками встречаются лучшие сотрудники ПАО ММК и обществ группы. На одной такой встрече побывал и наш коллега Павел Зайцев. Общий стаж старшего разливщика стали кислородно-конвертерного цеха ММК Федора Яковлева почти 40 лет. Закончив 13-е училище, он устроился работать на Мартен, затем отслужил в армии, вернулся на прежнее место, побывал на стажировке в Липецке, чтобы освоить тонкости незнакомого для магнитки в то время конвертерного производства. И с самого запуска ККЦ в 1990-м неизменно работает в одном из важнейших цехов предприятия. То есть является одним из тех, кто рос и совершенствовался вместе с комбинатом. Отправляли в командировки, мы там обучались. Ну, нравилось работать. Легче, конечно, в конвертерном цехе. Поэтому проблем с этим не было. Федор Викторович действительно из лучших работников. Не случайно в 2014-м он был удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, а в уходящем году стал кавалером аналогичной медали первой степени. За несколько десятков лет он общался с множеством более молодых коллег и не всегда видел в них настоящий интерес к работе. А вот нынешнее поколение, пребывающее на ММК со студенческой скамьи, ему нравится. Вообще пошли другие ребята, то есть я восхищаюсь даже ими. Работать самостоятельно и полгода, и уже можно сделать из настоящего различия. То есть мне самому даже, да, интересно, как так получается, или воспитатели, или родители. Сейчас намного лучше они стали работать, и отношение другое у них к работе, да. А потому и общение с будущими сталеварами, к которым в этот день присоединились и несколько прокатчиков, получилось плодотворным. Старшекурсники задавали вопросы об условиях труда, качествах, необходимых в работе, системе присвоения разрядов. В общем, заочно входили в процесс. Им было интересно, а Федору Яковлеву необычно. Я думал, все, там зарплату как-то упрется. Вообще, вот сейчас вопрос, вообще зарплаты не было, даже сам удивился. Ну, то есть больше другое что-то интересует, да. Какие-то духовные цели, что ли, я ж не знаю. Ребят глаза смотрел, то есть смотрю, как сказать, не хитничают ничего, поэтому у меня все получилось, я думаю. Получится и у самих ребят. Должно получиться, когда есть и хорошая подготовка, которую дают специалисты политехнического колледжа, и опытные наставники непосредственно на промплощадке, и правильное отношение к выбранной профессии. Павел Зайцев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Новый год в каждый дом. Благотворительный фонд «Металлург» готовится вручать новогодние подарки. Их получат участники программ, детские учреждения города и ребята из ближайших сельских районов. Накануне в город поступила вторая партия новогодних кульков. Всего же ожидается более 18 тысяч подарков. Подробности расскажем далее. Какой же праздник без подарков? Уже с самого утра около благотворительного фонда «Металлург» собралось множество фур. Работа кипит, нужно разгрузить сотни коробок. И не простых, а с новогодним чудом. Каждый ребенок мечтает получить свою порцию радости и волшебства. Отметим, это уже вторая партия подарков, которые приехали в Магнитогорск из Екатеринбурга. Там конфеты обязательно, символ года – игрушка «Заяц», интеллектуальные игры для развития.
детей. Ну, все как положено, традиционно. Мы дарим каждый год практически. Акция от благотворительного фонда «Металлург» реализуется ежегодно в рамках комплексной программы «21 век детям Южного Урала». В этом году подарки получат дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, а также дети мобилизованных граждан и семей беженцев, прибывших в Магнитогорск с новых территорий России. Кульки достанутся и ребятам из близлежащих сельских районов Кизильского, Нагайбакского, Каталинского и других. Праздник должен продолжаться. Новый год всегда, но и Новый год, и дети его ждут. Подарки должны быть. Конечно же, хочется сказать огромное спасибо ПАО ММК за такую поддержку глобальную города, именно детства города. Также благотворительная помощь будет оказана 18 специализированным детским учреждениям города. Они получат более 28 тысяч кульков. Около 4,5 тысяч детских новогодних подарков планируется передать школам, детским садам и детским досуговым центрам. Мы много лет сотрудничаем с помощниками депутата и, соответственно, с благотворительным фондом «Металлург», с председателем, с руководителями ТОСа. И много лет подряд мы организуем для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, новогодние предложения. И вот благотворительный фонд «Металлург», они оказывают нам поддержку, и эти дети получают все сюрпризы от Деда Мороза. Для детей всегда это праздник, для детей всегда это сюрприз, потому что многие из них не представляют, что может быть под Новый год такого радужного, интересного. Для них обыденные серые дни раскрашивают наши представления, и наши помощники депутата нам помогают в этом. Не обошлось в этом году и без новшеств. Более 6 тысяч подарков будут вручать на представлениях, которые пройдут в Дворце культуры Орджоникидзе. Отметим, это не последняя партия подарков. Всего в Магнитогорск привезут около 18 тысяч новогодних кульков. Дина Наумова, Лада Дубовик, Александр Макаров, телекомпания ТВН. К другим темам. Реализация программы расселения жильцов из ветхоаварийного жилья в Магнитогорске идет опережающими темпами. В прошлом году 150 семей переехали в новые квартиры. В 2022-2023 планируется переселить еще 261. Подробнее об этом, а также о впечатлениях тех, кто недавно справил новоселье, расскажем далее. Газовая плита на месте была, считай, все было готово, все коммуникации, все. Вот просто мы зашли и жили. В свою новую квартиру Наталья Орлова с мужем переехали 4 сентября 2022 года. За 3 месяца они обжили ее почти полностью, рассказывают. Едва зашли сюда, сразу почувствовали – это их дом. Переезд был необходимой мерой. Свою старую квартиру в доме на улице Писарева, признается Наталья, они с супругом тоже очень любили. Однако последние годы жить в ней стало опасно. В последнее время, особенно последние 5 лет, во-первых, уже начали сыпаться потолки, начал расходиться пол, постоянно скрип под ногами. Лестница, которая поднималась, вот квартира находилась на 2-м этаже, лестница находилась уже в плачевном состоянии, то есть в аварийном. В любой момент, наступая на деревянную лестницу, ты мог оказаться внутри. То есть было очень опасно для жизни самого человека. Условия для жизни стали заметно лучше. Прежнее жилье у меня было 44,4 квадратных метра, но получила я жилье 49,9, практически на 5 квадратных метров больше, чем было у меня. Такая же двухкомнатная квартира, теплая, комфортная, вся сантехника, все в рабочем состоянии. Живи и радуйся. Одновременно с Натальей ключи от новых квартир получили ее соседи. В Магнитогорске в данный момент действуют 2 программы по переселению граждан из ветхоаварийного жилья. Первая реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда», в рамках которой новое жилье предоставляют тем, чьи дома признали аварийными до 1 января 2017 года. Дома, которые были признаны аварийными с начала 2017 года, расселяются в рамках регионального проекта «Доступное и комфортное жилье». В городе Магнитогорске на данный момент признано аварийными 67 домов. За ближайшие 2 года мы планируем переселить порядка 1470 граждан. В 2021 году мы приобрели порядка 150 квартир в данном доме. В 2022-2023 году планируется приобрести и переселить граждан в 261 квартиру. То есть по окончанию проекта в 2023 году будет переселено еще 871 гражданин. Переселение идет с небольшим опережением. Это было достигнуто благодаря работе правительства
Российской Федерации, губернатора Челябинской области, и непосредственно были приложены огромные усилия главы города Сергея Николаевича Берникова. Выделены дополнительные средства для того, чтобы приобретались квартиры в комфортабельном многоквартирном доме. Переезжают люди из различных районов города. Многие до этого жили в коммуналках. Взамен небольших комнатушек они, кстати, получают более комфортное жилье. Въезжают в благоустроенные квартиры с чистовой отделкой площадью от 24 до 36 квадратных метров. Это что касается ветхого жилья. Жильцы аварийных домов, подобных тому, что расположен на Первомайской, 11, изначально отселяются в так называемый маневренный фонд, который предоставляет муниципалитет в расчете 6 квадратных метров на человека. И по поводу дома по Первомайской, 11. На данный момент работы полностью как бы сейчас ведутся, согласно всех утвержденных наших с вами планов. У нас с вами 9 числа ноября было выпущено постановление, в котором было оговорено, что отселение по данному дому необходимо произвести всем собственникам и нанимателям до 15 января. Мне бы хотелось просто призвать всех наших жителей не подвергать себя опасности, поскольку в заключении, которое было предоставлено, там прописана угроза обрушения. Специалисты подчеркивают, маневренный фонд – это не то жилье, которое собственникам предоставляют взамен старых квартир. На самом деле это временное пристанище. Согласно действующему законодательству, такой договор заключается не более чем на 2 года. Вопрос о том, получат ли жильцы аварийного дома впоследствии новые квартиры или денежную компенсацию, будет решаться в индивидуальном порядке. В социальных сетях сейчас очень много сообщений, содержащих фейковую информацию. Горожан пугают тем, что никакого переселения в принципе не планируется. Верить такому не стоит. Вся достоверная информация находится на официальном сайте администрации города, а также в официальных сообществах мэрии в социальных сетях. Также жильцы аварийного дома могут задать все интересующие вопросы специалистам по телефону, указанному на экране. Евгения Салахудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВН. И о культуре. Офис предприятия «Прокат-монтаж» на несколько дней стал сценической площадкой для киношников из Екатеринбурга. Приемная директора, офисные помещения, а в будущем и промплощадка – часть декорации нового интернет-сериала «Двойник», где в главной роли выступает комедийный актер и звезда КВН Андрей Рожков. Свет, камера, мотор. Сюжеты Елена Ткач. Хорошо разбили, кстати. Кануло в небытие время, когда фильмы снимали годами. Сегодняшний ритм жизни диктует правила иные. Жесткий тайминг, динамичный процесс, короткий метр. Комедийный скетч-ком «Двойник» отвечает всем требованиям. Каждая серия длится 3-4 минуты, и таких будет 12. Сцена 1, кадр 1/4, дубль 2. Новогодний репортаж с праздником «Прокат-монтаж». Чертежи и карандаши с праздником «Прокат-монтаж». Да. Борис Андреевич, простите, что отвлекаю, а можно вашу подпись? Фотограф для поклонников? Пожалуйста. Идея довольно простая, ее подсказал Марк Твен, когда написал «Принца и нищего», когда два героя, человек, который занимается искусством, человек, который занимается производством, поменялись местами. Директор крупного предприятия и актер местного пошиба меняются местами. Что из этого получилось, смогут увидеть зрители уже в конце декабря. Именно в эти дни по плану съемочной группы из Екатеринбурга выйдет в свет первый пилотный выпуск комедии «Положений». В центре событий – звезда КВН Андрей Рожков. Он главный герой, сценарист и идейный вдохновитель сериала «Двойник». Я очень люблю играть разных персонажей. Тут, когда эта идея нам пришла в голову, мне показалось, что она интересна. Сыграть двух совершенно разных людей, визуально похожих друг на друга, но совершенно разного как бы статуса, да. Один шоумен, а второй как бы руководитель большого крупного предприятия, такой директор. Вот эти два человека, они, ну, как бы совершенно разные, но что-то в них как бы есть общее. Будем искать. Безусловно, есть общая канва сериала, но сцены прописываются буквально с колес. Это тоже специфика жанра, что добавляет динамики действия и некой приближенности к реалиям. Также жизненности процессу придают локации. Съемочный процесс вписался в обычные рабочие будни большого магнитогорского предприятия «Прокат-монтаж». И это еще одна фишка сериала. Магнитогорск задействован и актерским резервом. На площадке 3 представителя местной мельпомены. Такое, наверное, даже не стыдно произносить вслух. Я был зам директора, который метит стать директором. Такой карьерист, паразит, одним словом. Ну, мне кажется, я был великолепен. Что тут скромничать? Кто и насколько
Насколько был великолепен, зрители увидят очень скоро. И если первая серия соберет положительные рейтинговые звезды, продолжение последует обязательно. И тогда, возможно, мы увидим героя Андрея Рожкова, например, со сварочным аппаратом. Тем более по образованию он инженер. Планируем снимать цеха. Ну, то, чего сейчас не хватает на самом деле на телевидении. В интернете сейчас молодые люди заигрались, мне кажется, в какие-то виртуальные вещи, то есть многие не понимают, как вообще производство устроено, почему это на самом деле так важно, почему важна специальность инженер, механик, сварщик, электрик. Ну, то есть без этого же вообще ничего не будет. Ну, молодежь не понимает. Разговор с юмором, но о серьезном. Осталось дождаться премьеры. Елена Ткач, Аркадий Стариков, Александр Макаров, телекомпания ТВН. Та самая рыба Камчатского края вновь в Магнитогорске. Гостить выставка-продажа будет в городе последний раз перед новогодними праздниками. Купить вкуснейшие деликатесы к праздничному столу можно по 18 декабря в торговом центре «Славянский». Разнообразие, от которого разбегаются глаза. В торговом центре «Славянский» для жителей и гостей города вновь начинает свою работу выставка-продажа «Та самая рыба Камчатского края». Для жителей и гостей города будут доступны деликатесы – красная икра, натуральная печень трески, мясо камчатского краба, деликатесы с первой фаланги – то, что более всего ценится. И, конечно, новинка этого сезона – черная икра, которая обладает уникальными свойствами. Регулярное употребление ценного продукта в небольших дозах улучшает состояние костной ткани и нормализует давление, что актуально для людей старшего возраста. Так что баночка черной икры станет отличным новогодним подарком родителям, а также бабушкам и дедушкам. Осетровая и икра стерляди. Чем полезна данная икра? В ней очень много аминокислот, в ней очень много йода. Приходите, мы вас очень ждем. И, конечно, на выставке продажи гурманов ждет разнообразие той самой рыбы Камчатского края. Белорыбица, палтус, королева лососевых чевыча, вкуснейшая семга, нежный муксун, богатая никотиновой кислотой зубатка, рыба горячего и холодного копчения, вяленая, слабосоленая и вялено-копченая. Что важно, вся продукция имеет сертификаты соответствия, поэтому высокое качество гарантировано. Рыба у них всегда очень вкусная, постоянно берем. Чевычи у них очень вкусный, слабосоленый чевыч. Мое желание исполнилось. Чевычу купила, форель купила. Обратите внимание, ту самую рыбу Камчатского края можно найти только по указанному адресу. Торговый центр «Славянский», улица Советская, 162. За покупками горожан ждут с 13 по 18 декабря. Напомним, это последняя возможность до Нового года приобрести вкуснейшие деликатесы. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная коммерческая информация, а также прогноз погоды на 16 декабря. Всего доброго и до встречи!